Республика Беларусь и Ульяновская область – давние партнеры. За многие годы сотрудничество становится только крепче. Визит белорусской делегации в Ульяновск открыл новые горизонты для обеих сторон. Авиастроение – одна из ключевых тем сотрудничества. Гостям из дружественной республики показали поточную линию сборки и познакомились с современными технологиями производства. Родине Руслана есть что предложить партнерам. Ульяновск – это особый регион, даже внутри России здесь сосредоточены очень крупное предприятие, одно из них авиастроительное мы сегодня посетили. И сотрудничество в сфере авиастроения сейчас развивается очень динамично. У нас есть три крупных тоже авиационных предприятия, которые плотно включились в изготовление узлосборочных единиц, деталей для российских головных предприятий. Но именно здесь мы обсуждали вопрос, наверное, перевода это уже в такую более системную плоскость. Помимо воздушного транспорта обсуждали и сухопутные. Автокомпоненты и комплектующие с Ульяновского автомобильного завода поступают на производство в Республику Беларусь уже сейчас. Тянуть не стали. В день визита подписали соглашение о создании совместного с Республикой предприятия в сфере автомобилестроения. Международный промышленный комплекс по производству полуприцепов будет располагаться в Ульяновской области на базе транспортных средств белорусского производителя ОАО «МАЗ». Сегодня мы подписали соглашение о создании производства полуприцепов для автомобилей МАЗ. 600 миллионов рублей инвестиций, 400 рабочих мест. Безусловно, предприятие также послужит на благо экономики нашего региона. Реализовать проект будут поэтапно до 2028 года. В качестве инвестора выступит торговый дом «Акра». Компания на данный момент уже выпускает прицепную технику на базе УАЗ, ГАЗ и КАМАЗ. Белорусский МАЗ станет инвестором и технологическим партнером. Безусловно, дальше будем продвигать кооперацию по авиационной промышленности, по автомобильной, о чем уже сказал Роман Александрович. У нас большие перспективы по кооперации в области электроники. Мы сейчас создаем технопарк электроник. Я думаю, что одно из белорусских предприятий зайдет к нам в качестве резидента в этот технопарк. И дальше будем продвигать новейшие технологии. Тесное взаимодействие между Республикой Беларусь и Ульяновской областью планируется и в сферах образования, молодежной политики, культуры и здравоохранения. Светлана Картухина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.